Всем привет, и в последнее время меня очень часто стали просить, чтобы я снял видео о том, как подключить Arduino к умному дому и передавать там какие-то показания в мажордома. Но, как вы знаете, к сожалению, у меня нет Arduino, и я не могу записать такое видео. И один мой подписчик, зовут его Денис, предложил мне свою помощь в написании такого видео. Денис неоднократно помогал мне разобраться с трудностями, за что ему огромное спасибо. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество с Денисом. Ну а пока я с вами прощаюсь и предлагаю посмотреть видео, которое нам прислал Денис. Всем привет, меня зовут Денис. Хочу поделиться как бы небольшим опытом по передаче данных с датчиков ультразвукового дальномера и DHT22 температуры влажности, по MQTT с Arduino, мажордома сразу. Смотрите, за основу был взят скетч из стандартного, MQTT скетч из стандартного примера, callback, здесь, я думаю, посмотрите, здесь все подписал, особо останавливаться здесь я смысла не вижу, кстати, DHT у нас ко второму пину подключен, цифровому. Здесь идет стандартная функция. Инициализация, на этом не будем останавливаться. Также, кстати, сделал сериал порт. Чтобы для отладки можно было посмотреть информацию. Дальше объявляются переменные. Преобразуем их с помощью функции DTOSTRF. Кстати, про нее информацию в виде ссылки оставлю. Здесь что, как и пользоваться, я думаю, интересно, полезно будет. Дальше смотрим, проверяем. Если удачно считывание прошло с датчика, то выводим информацию в монитор порта. Если нет, то печалька. И дальше запускается цикл подключения и передачи в топик данных, преобразованных как раз таки этой функцией. Сделал пока отправку раз в 3 секунды. Единственное, код далеко не идеален. И постоянно приходится connect, disconnect. Пока то, что есть. Как говорится, довольствуйся, что есть. Давайте сейчас включу на телефоне камеру. Загружу скетч. Пока паузу поставлю, чтобы не ожидать. Все, загрузка прошла. Можем посмотреть, в данном случае мы его подключили. Ethernet Shield наш. И давайте откроем монитор порта. На камере пока паузу поставлю, дальше смысла нету пока снимать. Мы видим информацию при запуске. Мы получаем информацию с датчика температуры и влажности. Отладочная. Пока это не надо. Кстати, давайте запустим Москвит. Кстати, кому интересно, я оставлю также уже упакованную. Также как можно сделать через терминал. Более красиво для себя. С выводом дополнительной информации. К мажордому он сразу уже подключился. Мы видим. И отправляет данные уже. Монитор порт опять откроем. Посмотрим. Температура показывает довольно-таки точно. Это влажность. Это мы свернем, это нам не нужно. Это давайте закроем. Зайдем сюда в MQTT. Здесь автоматически уже создались у нас значения. Даже можете посмотреть. Я закрою Москвит. Удалю эти значения. Он пустой. Кстати, из настроек здесь чисто, у нас root стоит, все без, по умолчанию. И запустим его заново, свернем, и просто обновляем. Сейчас ждем. Ждем. Пошла вода в хату. Пришлось подождать чуть-чуть. Он при перезапуске Москвит хочет время, чтобы подождать. Смотрите, здесь также. Давайте я прикрою датчик температуры, влажности и будем смотреть.
значение у нас будет сюда сразу передаваться раз в 3 секунды. Сейчас должна повышаться вот влажность, и вы видите уже 60, температура 28, вот, температура 29, влажность 70, из-за того, что у меня рука влажная, ну, жарковато в комнате. Вот. 15 и часов. Отсюда давайте вот сразу покажем. Создаем объект, чтобы туда передавали данные. Делаем все на скидку быстренько так вот. Добавить новый класс. Название его пускай будет MQTT. Так. Просто тест описания. А дальше давайте зададим свойства. Сразу и для дальномера. Еще дальномер подключим. Покажу принцип. Почти то же самое. Вот. А, влажность. Так, ну здесь можно ничего не писать. Хранить историю, пускай будет у нас месяц, к примеру. Вот. И также добавим сюда сейчас температура. Также 30 дней стандартно будет. Еще давайте один параметр заранее добавим. Это дальномер наш. Ну, здесь историю я не вижу смысла хранить. Зайдем в объекты. Добавим новый объект наш. Ну, назовем также MQTT, к примеру. Тут будут данные. Добавляем его. Заходим опять в объекты. Кликаем. И где он у нас здесь? Эти клавиши подзалипают, бывает. Так, где у нас? Вот он, MQTT-тест наш. Заходим в него. Вот, и свойства. Здесь, как мы видим, вот история для двух параметров, которой нету еще. Все пусто. Заходим в MQTT. Здесь наше уже значение. И редактировать темп. Это у нас температура. Здесь прям можно прописать для себя, чтобы. И связываем с объектом MQTT. Данные. Тут будут данные. Вот. И отправляем его в температуру. Сохранить. Также перезаходим. Кстати, батарея садится. Вот, включим его. Дальше влажность. То же самое. В самом низу наш MQTT. Влажность. Добавить. И вот. Влажность, температура. Давайте теперь зайдем в объекты. Уже данные добавились сюда у нас сразу. Вот как мы видим, влажность, история. Вот все в историю сохраняется у нас. И влажность и температура. Вот обновляем. На датчик подули, чтобы значение наше возросли. Вот. Много возросло. Как мы видим. А отсюда уже из объектов брать куда-либо, переносить данные для отображения. Я думаю, здесь уже смысла нет что-то рассказывать. Тут уже, я думаю, либо вы это знаете, либо разберетесь. По крайней мере, у Сергея много видео про это. Так. Ну и давайте сейчас на паузу поставлю, подключу дальномер наш. Вот. И покажу вам еще один скетч. Точнее, несколько. Так, вот я подключил дальномер наш, вот, восьмому и девятому входу, вот, цифровые, вот, и сейчас зальем скетч. Так, ну пока здесь паузу поставлю на телефоне, а вот здесь вот возьмем наш ультразвуковой дальномер. Этот нам не нужен, давайте зальем его. Так, здесь я тоже паузу поставлю, пока загрузится. А, все загрузилось. Но этот скетч мы рассматривать не будем, он аналогичен. Здесь вот только, в принципе, в луп
мы берем, объявляем вот переменную, вот, и также каждые микросекунды, 2 микросекунды, 10, вот, проверяем. Вот, отправляется ультразвук и назад возвращается. Ну, здесь, в принципе, разберетесь, здесь все подписано. Вот, также идет преобразование через тот же статический чар. Вот, и вывод данных вот в такой вот топик. Вот. Давайте его уберем. Развернем мейджор дома. Вот, обновляем. И у нас добавился вот еще дальномер наш. Давайте сразу его прикрепим. Дальномер уже есть у нас. К объекту QTT. И дальномер. Сохранить. Вот все. Кстати, давайте откроем монитор порта. И здесь у нас выводится вот чисто сантиметры. Давайте здесь опять откроем. Вот как видите, 8 сантиметров, 3 сантиметра, убираем 23, все, отлично работает. Так, и сюда у нас выводится чисто значение дальномера, потому что в данном случае скетч с датчиком DHT22, здесь хоть он и подключен, но данные по нему никакие не передаются, поэтому значения здесь не будут меняться. И давайте третий скетч покажу. Быстренько это закроем. Откроем. Здесь уже все вместе совмещено. Вот. Здесь, по сути, в принципе, то же самое. Вот. Код сыроватый, конечно, но все работает должным образом. Вот. И давайте его также зальем. Пока паузу поставлю. Так, опа, камеру сдвинул. Так, вот давайте монитор порта откроем. И здесь мы видим, вот как передается с дальномера вот, расстояние 10 сантиметров, к примеру. Дальше 22 сантиметра. Температура, влажность здесь все уже вот передается. Вот, давайте на потолок направим 162 сантиметра. Ну, как видим, все работает. Монитор можем закрыть. Открываем здесь. Обновляем. И данные, видно, здесь тоже меняются. Давайте зайдем в объекты. QTT. Свойства. И здесь, как видим, значения все наши есть. Вот. Обновляем. История также, как видим, сохраняется. Все супер. Вот. А в дальнейшем планирую еще снять видео с релюшками. Вот мне уже должно будет на днях прийти. Там 4 релюшки. Вот, поэкспериментируем. Вот, ну, в принципе, все. Что еще могу сказать? Сами скетчи, естественно, ссылки, все я оставлю под видео. Точнее, Сергей оставит. Вот. Ну, надеюсь, тут все довольно-таки просто и понятно. Вот, углубляться я особо смысла не вижу. Вот. Так, телефон отключим. Ну, все, спасибо на этом. Надеюсь, кому-то помог. Вот, и сильно особо не критикуйте за код и за все остальное, что не так. Ну все, всем пока. Удачных экспериментов всем.